Всех с наступившим новым 2015 годом. С вами снова я, Зедонозавр. Я продолжаю помирать от жажды. В общем, такое вот позитивное начало. Я нашел палочку какую-то. Ее подобрать не могу. Итак, ну что ж. У меня 98% жажды. Я не знаю, стоит ли пить отравленную воду или же умереть. Хотя я слишком сильно прокачан, 99%. Короче, пофиг, я сейчас бегу и беру отравленную воду. Я сказал, я бегу. Давай. А то сейчас начнет убавляться. Все, поехали. У меня есть совсем несколько секунд, чтобы попить воды какой-нибудь. Хоть какой-нибудь. Сейчас будет прикол, если еще места нет. Давай. Не успел. Ну, знаете, как обидно. Бесконечно обидно. Конечно, да, я появился в том же, кажется, месте самом, но... Нет, это не то место. Я так был прокачан, круто. А, нет, смотрите-ка, я прокачан, у меня немножко просто убавилось. У меня было 100, требовалось до следующего. Тут сейчас 40 нужно. На 1 убавилось. Ранг, так скажем. Обидно. Очень обидно. Столько всего у меня было. Я это все потерял. Я еще зомби заметил. Отлично. Эх. Не судьба. А давайте-ка мы очистим этот город от зомби. Пробежимся немножко. Пробежечка 1 января. Это, конечно, трудно. Но сойдет. Справимся. Так, вот этого берем поваренка. Так, все, он видел. Так, вот этот увидел. Так. Следующая партия. А, тихо. О, пожарники, это, конечно, мощно. Нет, пожарников-то много. Лучше бы военных у вас побольше было, идиоты. А то вон все в зомби превратились. Давайте, тише будьте. Сейчас, короче, всех на пирс отправляю. Хотя не, нафиг надо. Давайте лучше в воду. Все, поджали и как можно дальше. Сейчас их отправлю. Все, погнали, ребятки. Вы здесь остаетесь сегодня. Почему вот этот ползучий не задыхается в воде? О, все население города решило поплавать, причем в одном 2 квадратных метрах. Молодцы. Здоровый образ жизни. 1 января. Отлично. Ладно, все, поехали. Так, там, надеюсь, никого не осталось. То это будет проблематично. Лутать пирс. Ну-ка, подпрыгнуть. Не, жалко, что в воде подпрыгнуть нельзя. Чтобы посмотреть, что там наверху. Нет, там, кажется, все-таки остался кто-то. Это плохо. Но это все-таки не все население города. Так что с этим можно будет справиться. Я думаю. Так-так. Да, все-таки там кто-то есть. Давайте я лучше отплыву подальше, чтобы он меня не заметил. Там, где появился. Вот, может быть, найду здесь хорошую машину. Целую, с запасом бензина хорошим. И отправлюсь на поиски того города, хотя я не помню, где он точно находится. Но потому что... Такое терять это. Такие вещи там нормальные, в общем, были. Так. Блин.
Да вы прикалываетесь, еще что ли один? Ну давай, чё. Тимбачок. Замочу тебя. Давай, 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 давай. Чего урод-то? Я, замочил. Так, а теперь начинаем самую интересную часть. Я не знаю, взять патрончики, может. Нет, давайте потом возьмем, когда я найду рюкзачок. О, одежда. Одежда — это хорошо. Мне сейчас главный рюкзак найти. Это у нас молди зараженный апельсиновый сок. Машинка, ты сколько у нас? Иди нафиг. Так. И сейчас никто меня не почувствует сквозь стену. Морковка. А, я же говорил. Меня тут не раз уже убивали. Заставали врасплох. Ну, хоть один вроде. Надо было там еще пробежаться. Я, в принципе, я и так потратил за эту пробежку 15% здоровья. Так что, вот так что. Итак, Дима. Так, это у нас что такое лежит? Это неплохо. Можно даже сейчас уже попить. А хотя, в принципе, у меня один есть. Давайте хоть посмотрим, сколько один забирает жажды. 10. Ну, сейчас еще чуть-чуть и выпью второй. Водичка у нас зараженная, да? Водичка тут всегда зараженная. Такова закономерность. Шоколадка. В принципе, шоколадку можно съесть. Пообедаем, в общем, сейчас. Так, шоколадка у нас тоже, наверное, 10, да? Ну, шоколадка неплохо, 15 аж. О! Отличный ножичек. Вообще суперский ножичек. Дома такой же есть. Так. Давайте на пост пойдем. Пост, пост. О-о-о. Молоточек. Конечно, им трудно управлять. Валик какой-то. Не знаю, что это такое. Пес, что тут так нету? Блин, места нету. Шлемчик. Давайте вот это выкинем, потому что им сложно управлять. Пока что выкинем. Денем шлем. В таком же... Как-то я странно выгляжу, очень странно. Стик. И вот это просто так запустим. Хоть какая-то... Новогодний салют в честь Нового года. Здесь довольно темно. Будет светить. Не знаю... Ой. Не знаю сколько. Ну чё, давай-ка я ножик об твои зубы заточу, об твой череп прогнивший. С сильным ударом. На! Ха-ха. Отлично. Блин, надо было в городе этот бросить. Файер. О, гвоздики. Гвоздики надо заполнить, что здесь есть гвоздики, потому что еще одну кучку гвоздиков я смогу создать мину, так скажем, для... Во, для зомби. Так, отлично. Сколько? 4, отлично. Так. Во, супер. Собираю. Блин, места нету. Ну, чё так? Плохо-то. Ладно, потом. Когда возникнет потребность, нет. Ужасная. Даже ванна есть. Причем прямо возле окна. Такое. Да блин. Что выкинуть-то? Шоколадку не хочу пока есть. Пока вот это дропнем. Вот так вот. Ох, более-менее нормально выглядеть буду. Сейчас еще, может, найду магазин с одеждой. Одежду одену. Так.
Возьмем фонарик.